Мои любимые зрители, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня очередной забег Fix Price. Забег потому, что его открыли в соседнем доме. Как мимо не пройти? Ну давайте, долго не буду разговаривать. Покажу, что купила. Купила самое-самое, что ни на есть необходимое, то, что мне было нужно. Так, самое нужное, что мне было нужно сейчас, это вот такой вот блокнот. У меня закончился блокнот, я ходила, проходила мимо, смотрела в других магазинах. Самый дешевый блокнот, который я нашла, и то меня он вообще не устраивал, это где-то был 60-70 рублей. Это такой блокнот на, как это называется, на пружинке. Очень, я думаю, что будет удобно, не знаю, он в клеточку. И такой вот у него рисуночек. И, кстати, в этом магазине были товары такие, которые немного отличались от других фикс прайсов. Не знаю почему, потому что, наверное, только-только открылся второй или третий день. Так, следующий я купила себе батарейки. Беру их, по-моему, второй или третий раз. Правда, это солевые батарейки 2А. Их в комплекте здесь 10 штук, но могут они потечь, поэтому с ними будьте аккуратны. И вот такие вот важные там куда-то, что-то такое, что прям вот важно, да, что это какой-то бытовой прибор дорогой, то их не используйте, могут испортить. Поэтому я беру их только для таких вот. Так что есть там другие, они, по-моему, 4 их в комплекте, они вот с ними можно... Я забыла, они, по-моему, называются алкалайновые. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. Следующее. До этого не видела, и у меня и нету. Мне нужна была вот такая вот форма для выпечки. Вы знаете, часто делаю что-то такое интересное, и у меня вот нет именно такой выпечки. У меня есть огромная, у меня есть там какая-то еще какая-то квадратная, но вот именно такой, что вот с такими краями для выпечки не было. Взяла. Называется форма для выпечки 22 на 3,5. То есть понятно, наверное. Не знаю, попробую, потом напишу или скажу, что ужасно. Увидела, знаете, что никогда не обращала внимания и вообще как-то и у меня мысли такой не возникло, что есть набор для изготовления нанесения масок. Ну, масок на лицо, на волосы и все такое. То есть здесь в комплекте такое блюдечко, такое блюдечко, потом находятся медные ложки. Часто они нужны, у меня вот, к сожалению, их нету. Одна ложка 2,5, другая 5 и 15 миллилитров, 3 штуки всего. Потом вот эта вот емкость 100 миллилитровая и кисточка. То есть такой нужный комплектик, особенно для меня, я часто делаю какие-то домашние маски для волос. Ну, я буду, думаю, что использовать это все-таки для лица, потому что сама вот эта посуда 100 мл для волос, наверное, маловато. Так, следующее, что хотела показать. Часто у меня в квартире я не могу найти ножницы. Их у меня много, но, во-первых, они у меня все тупые. И тут я увидела, что у меня домашние начали использовать ножницы, которыми я когда-то до этого стригла. Острые, конечно, очень острые. Те бытовые, они очень, с самого начала они такие немного туповатые и очень быстро тупятся. И я увидела вот эти ножницы парикмахерские. Конечно, для парикмахеров они, я думаю, что не подойдут. Ну, может быть, и подойдут, конечно, не знаю. Но, по крайней мере, я бы не стала использовать для стрижки волос. Но для бытовых приборов, ой, извиняюсь, для бытовых нужд это самое-самое то, потому что они острые, должны быть, по крайней мере. Не знаю, брали ли вы ножницы, называются они ножницы парикмахерские. Надеюсь, у меня очень большая надежда, что парикмахерские должны быть острыми. Кстати, там есть обычные ножницы бытовые. Не знаю, не брала я точно. Я брала, у них сломалась ручка. Здесь ручка более-менее удобная. Там в бытовых ручка ломается прям, знаете, с одного применения. Следующее это... Я увидела у девочек видео про ланчбоксы. Кстати, планирую сделать видео про ланчбоксы, что можно брать с собой на работу, там, на учебу, в школу, вообще куда угодно. И для этого, конечно, нужны ланчбоксы. У меня есть один ланчбокс такой
хорошего качества, очень хорошего качества, и я решила взять, то есть даже не видела ни разу, сейчас вот увидела обычный такой ланчбокс. Не знаю, может быть, есть у вас, но в старых, до этого, в которых я была, в фикс-прайсах, не было ланчбоксов. А здесь вот он появился. И такой, знаете, ну, вообще прекрасный. И что-то с собой брать. И вот он мне нужен, ну как, для этого нужен, для видео. И брать с собой, он легкий, удобный. Так, следующее, что я взяла, вот такая вот корзина. До этого я брала корзины, они были невысокие. Ну, сразу скажу, ломаются, да, ничего страшного, но за 47, по-моему, 47 рублей. Вот, вот такая вот корзина, это вот складывать какие-то принадлежности, которые вот, или для косметики, ну, я планирую, по крайней мере, для косметики, или еще для чего-то, то есть вот такой вот, вот такая вот корзина. Думаю, такая вот она приятная, симпатичная. И напоследок мелочи, которые вечно нужны, то есть такой расходный материал. То есть я вам говорила тысячу раз, перчатки, там какая-то туалетная бумага, еще что-то. Ну, то есть туалетную бумагу я там не брала, я там брала перчатки, пакетики для мусора. Взяла очередные формы для леденцов, не очередные, а очередную упаковку. Я ее куда-то дела, не могу понять, искала, взяла, купила. Кстати, классно, и леденцы получаются в ней неплохие, я делала. Так, что мне нужно было, я взяла, знаете, что еще? До этого тоже брала набор формочек для кекса. Тоже вы, наверное, брали. Они мне нравятся, такие симпатичные. И, кстати, скоро праздники, что-то делать. 72 штуки, самое-самое то. Часто беру пакетики для запекания, для рыбы и для мяса, курица, то есть часто запекаю, просто я вам не показываю, конечно, но мне нравится, по крайней мере, делаете ли вы подобное, не знаю. Так, формочка. Формочку я использовала, потому что сегодня мне нужно было кое-что сделать, и я ее использовала, то есть тоже купила. Она называется или формочка для льда, может быть, формочка для шоколада. И вот эта вот фольга алюминиевая. Часто тоже использую я ее во всех там, во многих кулинарных там каких-то рецептах. Также я использую для того, чтобы снять гель-лак, то есть, ну, универсального назначения. Так что все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось такое видео, что вы покупаете, что там интересного видите вы и что вам нравится особенно. Напишите мне, пожалуйста. Всем пока-пока!